Кинокомпания Gold Leaf International представляет производство Джеффри М. Снеллера. Президенты Рейган и Горбачев встретились сегодня, чтобы обсудить гласность, перестройку. Они подтвердили свое желание остановить гонку вооружений и прекратить шпионскую деятельность против друг друга. Передаю. Контакт установлен. Вашингтон, Москва. Введите свой номер. Джеффри Вест. Проверка в норме. Получение информации. Декодировать. Советские ракетные установки имеются в наличии. Покупка одобрена ЦРУ. Груз отправить повстанцам в Афганистан. Конец передачи. Эдвард Альберт. Виктор Вонг. Впервые на экране Ольга Кабо. В фильме «Бегущий по льду». Пожалуйста, слушайте, я хочу говорить. Да. В фильме также снимались Евгений Лазарев, Александр Кузнецов, 6, 5, 6, 6, 7. Бейзил Хоффман в роли Крака. Похороны завтра в 3 часа. Я получил ваше сообщение, но у меня уже заказаны билеты лететь домой. Отмените их. Что? Отмените их. Но я давно собирался это сделать. Вы не можете разочаровать всех этих людей. Ваш дядя будет недоволен. Это короткая церемония, после этого считайте себя в отпуску. Другого выхода нет. Композитор Эмилио Кудерер. Продюсеры Джейн Баллард, Ричард Стрикланд. Монтаж Роя Ватса и Джошуа Столинга. Художник-постановщик Виктор Зенков. Оператор-постановщик Брайан Кепнер. Исполнительный продюсер Сэмюэл С. Неллер. Сценарий Джойс Уоррен, Клиффорд Колман, Джошуа Столинг. Продюсер Джеффри М. Снеллер. Режиссер Барри Сэмпсон.
Вся первая бригада посольства, Арос. Во что вы вляпались в этот раз? Ваш человек Вест был схвачен, передавая взятку Чернякову, советскому министру финансов. Это так. Покупали оружие, чтобы передавать повстанцам. И это, среди негласности, Вайтман не хочет, чтобы мы продавали американское оружие. Правильно, и мы продавали русское оружие. Это не должно попасть в новости. Кроме того, ваш человек не должен был попасться посреди Красной площади. Так что, договоримся? Вы знаете процедуру. На этот раз нет. Горбачев хочет, чтобы инцидент стал публичным. Он борется с коррупцией. В Вашингтоне? Они тоже в очень неловком положении. Им не нужен скандал с вооружениями. Позаботьтесь об этом. Сейчас, Гласный. Это очень серьезно, Крак. Я хочу снять Соединенные Штаты с крючка. Ваш человек попался, вы устраиваете. Мы намереваемся доказать, что Джеффри Вест является агентом Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. Мы обвиняем его в подкупе, коррупции и подпольной... Вы обещали мне защиту. Это на публику. Спокойно. Понимаешь, что они говорят? Они меня отправят черти куда. Они этого не сделают. Советам просто нужно признание. Это безумие. Это же была моя последняя операция. Я должен был быть уже дома, сукин вы сын. Вы попадете домой. Нужно признание, чтобы смазать колеса. Вы должны отрицать всякую связь между собой и правительством Соединенных Штатов. Что? Делает вид, что налаживает дружеские отношения. На самом деле ведут подпольную работу. Мистер Вест. Отношения между Вашингтоном и Москвой никогда не были такими хорошими. Если выяснится, что дядя Сэм все еще продает оружие в Афганистан, нам всем конец. Вы скажете, что действовали сами. Они ничего не могут повесить на США. Это изолированный инцидент. Прокуратура требует высшей меры наказания. I can buy your way out of here. Я смогу вас выкупить отсюда. Give me your word. Вы даете мне свое слово? Конечно. Все оговорено. Вы будете дома через неделю. Джеффри Вест, вы признавались, что вы американский агент, который участвовал в интернациональной продаже нелегального оружия афганским силам. Вы сделали заявление, что вы связаны с государством Соединенных Штатов Америки и что вы совершили эти преступления в цели вашей финансовой пользы. Мы находим американца Джеффри Уэст виноваты в шпионском активности, которые серьезно подвергали безопасность Союз Советских Социалистических Республик. За такие преступления вы должны необходимо служить самый максимальный срок 12 лет тяжелой работы в Каргополском лагере для политических преступников. Ах ты, сукин сын! Каргополь. Это же урановые рудники. Никто там не выживает больше 2 лет. Это убьет его. Вы сказали все устроить. Это небольшая цена за сохранение престижа.
Дурак! Ты это будешь стоять до конца дорогу пути? Мой тесть, большая свинья, он сказал, ты украл у меня землю. Ой, боже мой. Ну ты моя земля. Она стала моей. После того, как я женился на его дочери. Уложил ее в койку. Земля дала мне больше, чем моя жена. Ей крупно повезло, что ей достался Иван Поповский. Лесной лагерь. Там я буду почти свободным. Еще деньги будут хватить. Вот и в этих богом забытых селениях море разливанное. Какой ты говоришь, лагерь едешь? Я еду в такому. Отец, благослови его. Покой. Во имя Отца и Святого Духа. Роб Климов, ваше время идти на пост. Пошли, ребята. Тебя зовут? Как твое имя? Поповский. Иван Поповский. Давай, иди.
ребята! Стою все, чтобы... Вы мусор, человеческий отброс. Моя задача... Меня зовут Николай Антонов. Моя задача снова превратить вас в полезных членов общества. Правила здесь простые. Будете работать, будете делать, что я говорю, и вас будут кормить, дадут место, где спать, раз в месяц будете получать выходной. Даже не думайте о побеге. На 40 километров в каждую сторону сплошная глушь. Никому еще не удавалось успешно сбежать. И никому не удастся. Мы крест. Это мой крест. Если будете принимать то, что мы вам даем, и не будете просить большего, с вами будут обращаться гораздо лучше, чем вы заслуживаете. Если нет, приведите его в порядок. Новичок пришел. We can share a bank. Мы можем делить шконку. Don't be stupid. Не будь дураком. The nights are cold. Ночи холодные. The floor is hard. Пол жесткий. I am not gold boy. Я не голубой. What about them? Они? Screw them. Нашли они. Я заплачу за этот матрас недельный заработок. Можем поделить. Thanks. Спасибо. Ты в Москве был? Нет. Это Константин, наш Ван Гог. Говорит, был известным художником, пока партия не решила, что его работы подрывные. Врет он все, как мы остальные. Нашли. Я тоже могу. Садись, садись. Выпей чайку. Пригоршни листьев. Немного гашиша. И знаешь, здесь уж не так плохо кажется. Эй, новая рыбка. Горскому. Нужен твой бушлат, он его проиграл в карты. Горский может ставить на кон все, что здесь есть, это его право. Отдай ему. Или дерись.
Горский. Everybody in your bags. Все по нарам. Я решил, что мы сделаем три ездки сегодня. И мы их сделаем. Я человек справедливый. Выполните норму. И получите душ. Нет? Вырежу пайки. Наполовину, ясно? Полегче, Иван. Все равно получим только полпайка вечером. Половина ничего, это ничего. Все равно делать нечего. Бери тут конец. Эй, мне это не нравится. Перестаньте. Перестаньте. Крестьянин, говоришь? Врал ты мне, я никогда не лгу. Да? А где научился так драться? Слушай, забудь, что ты видел, как я дерусь. Я думал, мы друзья, мы и есть друзья. Теперь тебе придется драться с Горским. Я не хочу драться с Горским, да, но если ты побьешь его, ты будешь нашим новым паханом. Я не хочу быть паханом, я хочу выбраться отсюда. Давай, иди. Вперед. Давай, не мельтеши. Поповский. Поповский. Черт. Готов? А ну, встань. Геннадий. Геннадий. He too was a fighter. Он тоже был борец. Думал, может бороться с законами. А ну, покажи спину. Вот так. Вот так и стой. Поповский, ты что-то скрываешь. Посмотри вокруг себя. Я здесь Бог. Nothing happens here. Ничего здесь не происходит, о чем бы я не знал.
Show me how you fight. Покажи мне, как ты дерешься. Покажи. Back to work, Zach. Иди за работу. Иван, ну ты как? Удачи, Иван. Иван, удачи. Татуировочку, чтобы день отметить. Когда будешь паханом, достанешь мне новую пару. Значит, хочешь быть паханом? Ты завёрзан на фрейсе? Ладно, отпусти его. Лежи. Почему? Чего ты хочешь? Ты мог бы взять его за работу. Эй, Джозо, дай мне сигарету. Эй, Джозо, одолжи сигаретку. А ты волшебник? Это меня дед научил. Радуйся, Иван, завтра у нас выходной. Свобода. Пусть на один день. Ну, сколько у тебя еще? Вот это да. Много водки можешь взять у старика Федора. Спасибо.
What are these? Это какие же? А ты попробуй. Ну, просто чудо. Еще есть? Нет. Посмотри-ка на это. Нет. Вот что я хочу. Давай договоримся. Не. Он работает на меня. Ему нужен новый бушлат, так и... Нет. Это и это. За бушлат. А, договорились. Ты работаешь с королем воров. Но он хороший человек. Где ты достал сигареты? Сам их скручиваю. А мне скатаешь? Да, если у меня был табак, я достану. Попроси и получишь. Анна. Водка? Водки. Ничего не осталось менять. А, кредит за сигареты, которые ты мне скатаешь. Коньяк. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Я богатый человек, но это все как мешок рваных рублей под матрасом. Я бы хорошо тебе заплатил, если бы ты здесь все починил. Я крестьянин. Ерунда. Я видел голод в твоих глазах, когда ты смотрел на мои книги. Другим рассказывай, что хочешь. Но знай, что Федор прямо в душу видит. Пойдем, выпьем, отпразднуем сделку. Чехов? Может, ты и прав. Странное предзнаменование. Орхан! Откуда эти люди? О! Они ездят по округе, кругами. Продают. Отсюда куда едут? На юг. На озеро Байкал. Тепло, туристы. Весенние дожди. Зимой уходят в тундру, на север. Голое, гиблое место. Тебе там не выжить. Водка. Ну-ка, давай. Никогда не знаешь, что принесет ветер. Сейчас ты думаешь о женщинах. Ты думаешь о побеге. Все думают о побеге, но тебе не удастся. Цыганам удается, пастухам удается. Они путешествуют группами. А одинокий волк погибает. У матери много лиц. Иногда она создательница, иногда... разрушительницы. Зимняя ночь проморозит тебя до костей. Но если ты прислушаешься, увидишь, что полна мудрости и научит тебя, как выжить. Прежде всего, ты должен стать сыном земли. А потом...
Ты должен научиться бежать. Федор. Зак и Ерун. Почему этот Зак был у тебя в комнате? У него выходной? Пришел помочь мне. Не ври мне. Никогда. Он мне полезен. Ему нужно место, чтобы работать. Знаешь, он мог бы поселиться в заброшенной мельнице. Не положено, ты знаешь правила. Он не такой. Я хочу, чтобы Поповский работал на меня. Если ты предашь меня, я никогда тебя не предавал. Этот алмаз интересный. Он может работать с лошадьми и спать в старой мельнице. Солдат, перемеси мне дело Ивана Поповского. I've seen you.
Я видел тебя. Что? Running. Как ты бегал? I do it for the exercise. Я делаю это для разминки. Прекрати, я не дурак. И ты не дурак, Поповский. Покажи мне крестьянина, который любил бы тренироваться. Но не будем говорить о таких вещах. Сегодня очень счастливый день. Я устроил, чтобы твоя жена приехала сюда. Сейчас поедем ее встречать. У нас мало времени. Ваш муж погиб. Они думают, что я это он. Если вы скажете им правду, они и меня убьют. Вы делаете мне больно. Смотрите на меня. Пожалуйста. Обнимите меня. Пожалуйста. Спасибо. Через неделю отсюда пойдет поезд. Вы должны просто побыть со мной. Я не могу этого сделать. У вас нет выбора. Вы провели меня. Нет. Я не сделаю ничего, чтобы обидеть вас. Вы знали, может быть, вы хотите, да? Да, продолжайте. Вы знали моего мужа? Нет, но... Я был на поезде вместе с ним, когда произошло крушение. Он умер быстро. Хорошо. Простите. Наш брак устроили. Он украл землю моего отца. Вся деревня свидетельствовала против него. Мне было так стыдно. Вы, должно быть, умираете с голоду. Приготовите вам что-нибудь поесть.
Вы, наверное, совершили тяжелое преступление? Я не совершал никакого преступления, меня предали. Вам потребовалось большое мужество, чтобы довериться мне? Нет. Просто им я доверяла, еще меньше. Когда солдаты пришли ко мне в деревню, я согласилась приехать сюда только потому, чтобы получить развод у своего мужа. Вот и все. Я хотела, чтобы он подписал эти бумаги. Может быть, я смогу их подписать за вашего мужа? Вот сейчас, пожалуйста, ешьте. Спать будете на кровати, а я на полу. Я даже не знаю, как тебя зовут. Лена. Здравствуй, Лена. А тебя? Иван. Иван Поповский. Иван Поповский. Listen to the nature. Прислушивайся к духам природы. Find the animal inside you. Ищи животных в себе. Используй их силу. Где ты был? Не надо так выходить на холод. Простудишься. Thank you.
Здесь так красиво. Я принес тебе сыр. Спасибо. Обычно у Федора сыра не бывает, но тут вот получил. Обещал, что оставит для нас, если придет. Что ты с ногой сделала? Так, ничего. Ну, перестань. Сейчас будет легче. Тихо. Да, я посмотрю. Больно не будет. Уже хорошо. А? Хорошо. Кто это был? No one. Да так, Иван. Никто. Иван. You never told me your wife was a princess. Ты мне никогда не говорил, что у тебя жена принцесса. А ты, Петров, никогда мне не говорил, что ты семейный человек. You're a genius. Ты просто гений. Анна, миллион мужчин любили своих жен, глядя им в глаза. А я, глядя на твою... Полным-полна моя коробочка есть, не сидит и борща. Федор? Да? Иван, ты завел себе прелестницу, Федор. My wife. Это моя жена. Good, strong. Хорошая, beautiful, сильная, красивая. Такие глаза. Если бы я был помоложе... Тебе пришлось бы беспокоиться, когда ходишь на работу. Ты все равно беспокоиться придется. Анна. Давай устроим вечеринку. Отметим конец воздержания Ивана Поповского. И пошли жители деревни на вершину горы, чтобы найти старого мудреца, который, кстати, открыл там торговую факторию. И сказали: «Царь приказал нам отдать половину всего богатства и продовольствия. Или, говорит, я всех утоплю». И старик думал, и наконец сказал: «Вы должны научиться жить под водой». Сибирь.
Сибири нужны миллионы таких, как ты, Елена, чтобы построить новую Россию. Это замечательные времена. Я надеюсь, что вы двое проведете всю свою жизнь здесь. А земля склоняется перед человеком, который ценит свои корни. Никогда не видел, чтобы ты работал так много. Как говорят, все не повалятся, сил набраться. А она здесь всего неделю.
Что случилось? Побег? Побег? Поповский? Поповский? Поповский, ты увидишь, что мы делаем с беглецами. Не с тобой. Ты не единственный у нас здесь бегун. Тот, за кем мы будем охотиться, твой друг, он сбежал с цыганами. Петров? Он труп. Петров вернется. Вернется? Возврата нет. Беглецов стреляют. Если я отдам ему уйти, как же я застрелю тебя, когда ты побежишь? Взять его. Пошли. They're on to him. Они взяли след. Оставьте меня на солнце, поджарится немножко. И через несколько недель никто не узнает, что я не ваш цыганский принц. Не надо. Не надо. Нет. Сукин сын. Беги, беги домой. Ублюдок. Ты убил ее. Уходи отсюда, Иван. Он убьет тебя. Беги.
It is not your man. Это не твой муж. Он жив. But he will run. If not now, then... Но он сбежит, если несчастных потом. It is in his nature to run. Это в его природе бежать. Легче поймать ветер, чем удержать его. Он сбежит, даже если его посадить в клетку. Да, Иван, он самую душу к тебе проникает. Ты ведь любишь его, так ведь? Помни, ты нужна ему. Даже если он думает, что нет, ему нужно, чтобы ты была сильной для него. Федор. А кто будет сильным для меня? Мы поставим ее за Ивана Поповского. Водка. Водки. No. Нет. Ты сам говорил, гора укатает коня, а злость человека. Дай мне проклятой водки. Раньше ты был другим, изменился. Завтра ты вспыхнешь ясным пламенем, и Коля одержит верх. Thank you.
Не надо, пожалуйста, Иван. Уйди. Кончай его. Горский. Горский. Этот идиот Горбачев отпустил всех политических заключенных. Они уничтожили меня. Они сказали: Коля, ты никто. Тобой больше не считаются, твои методы устарели. Они хотят, чтобы солдаты были добры к заключенным. Мы должны уважать их права. Что стало с Россией? Попросили меня уйти в отставку. Я слышал иначе. Переводят, да, с берега в пролив. Служба для стариков и плохих солдат. И за это я всю жизнь отдал. Коля, старый друг. Коля, зачем ты забираешь Поповского? Потому что он сбежит. Почему? Он заключенный. Ваши судьбы переплетены, как корни одного дерева. Отпусти его. И освободишься сам. Нет. Он побежит. И я его убью. Вот тогда я буду свободен. Ты совсем заблудился. Дурная шутка. Я дышу новым воздухом, нового дня, новой России, а ты... Ты застрял в прошлом. И оно погубит тебя. Мне жалко тебя. Не жалей меня. Его жалей. Будь он политическим заключенным, сейчас бы был уже дома.
Знаешь, каждую ночь, когда ты уходил бегать, я лежала и не спала. И чувствовала тебя, как часть себя. Но я не могла даже прошептать твое имя глубоко у себя в сердце, если бы ты знала мое имя. Это было бы опасно. А я хочу, чтобы ты была в безопасности. Но послезавтра я больше никогда не увижу тебя. Я вернусь. Я вернусь свободным человеком. Я заберу тебя домой с собой. Домой? Домой? Я даже не знаю, где это. Может быть, тебя семья ждет. У меня есть сын. А жена? Только ты. Федор. А? It's everything I've earned. I pay you too much. Это все, что я заработал. Я слишком много тебе плачу. Отдай Лене. So, помоги ей найти меня. You are ready. Значит, ты готов? Right, sit down. Ладно, садись. Солнце все еще в зените. Начинается теплое время. Все звери знают, как ходить по льду. Смотри за оленями. Ты должен слушать. Ответ на твой вопрос лежит там, за пустыней. Какой ответ? Загадки. Ну что за жизнь без одной-двух загадок? Когда вернешься в твою страну изобилия, расскажи своим внукам о сумасшедшем старике, который танцевал под луной и спал с этой татуированной шлюхой и учил тебя слушать. Расскажу. You can make it. Ты сможешь дойти. Coins from the east. Монеты с востока, они перенесут тебя от угнетения к избавлению. Вернешь их мне, когда будешь свободным человеком. Товарищ командир, только что доставили из Москвы. What should I tell them? Что им ответить? Tell them that I left before you. Скажи, что я уехал, прежде чем ты доложил мне. Слушаюсь. Good, good. You look like a zeka. Хорошо, хорошо. Ты снова похож на зэка. Поповский. Поповский. An interesting name. Интересная фамилия.
вылезай! Быстрее! Поехал. Пошли. Быстрей. Край земли. Ничего, кроме льда. I will die here. Я умру здесь. You will die here. И ты умрешь здесь. Джеффри Вест. Ну что ж ты, не бежишь прямо сейчас. И покончим с этим. Я не знаю, о чем вы говорите, начальник. У нас есть время. Это единственное, что у нас есть здесь. Твоя шконка на чердаке. Чтобы я слышал, когда ты будешь спускаться по ночам. Трудно поверить, что всего в 38 милях отсюда твоя Америка. Но в какую сторону бежать? Игра началась, Джеффри Вест.
Только что пришло. Молодец. Ты ушел слишком далеко. Давай назад. Назад. Вот чего у нас никогда не было в лесу. Свежей рыбы. Видишь, как я хорошо забочусь о тебе, Поповский. Ты как в отпуску. Нет, нет. Сиди. So, сиди. Do you play domino? Ну, мистер Вест, играешь в домино? No. Нет. Let me teach you. Давай я тебя научу. Интересная игра. Каждый игрок старается, чтобы другой первым совершил ошибку. Ты будешь моим самым достойным противником. Мы не должны быть противниками. Мы оба здесь заключенные. Да, правда. Выпей. Ах, да. Ты должен быть в форме, чтобы бежать. Я никуда не собираюсь. Нет? Как ты думаешь, зачем я привез тебя сюда? Потому что ты сбежишь, как твой друг Петров и его цыганка. Послушайте меня. Не надо вам этого делать. Освободите себя. Возвращайтесь к своему ребенку, к своей жене. Страна меняется, и вы можете измениться вместе с ней. Страна, которой я служил, погибла. Что ты знаешь о моей жизни? В 8 лет я донес на своего отца, что он прячет свое богатство, скрывает зерно от народа. Они расстреляли его, а меня сделали героем. Я отдал все это за идеалы. А теперь моя жизнь кончена. А? Скоро кончится и твоя. Так покончим с этим. Давайте, прямо сейчас. Нет. Я не убийца. Ты преступник. Я должен выполнить свой долг. Это все, что у меня осталось. Я не слабый солдат. Я сильная рука Сталина. Ты побежишь, и я убью тебя. Я одержу победу. Ты не лишишь меня ее. Seek spirit guide. Ищи
духа, который поведет тебя. Все звери знают, когда безопасно ходить по льду. Они перенесут тебя от угнетения к избавлению. Найди зверя в себе. Используй его силу. Слушай зов. Где Поповский? Поднялся рано. Сказал, ему надо за дровами. А ты почему был так далеко отсюда сегодня утром? Я? На посту. Я тебя видел. Нет, товарищ начальник? Ну-ка, принеси оружие. Air Command. Штаб авиации. Штаб авиации. Он разбил генератор. Быстро! Заводи! Проклятие! Он вывернул свечи. Давай за собаками! Постромки порезаны. Свяжи как можешь.
Ну, пришел твой срок. Джеффри Вест. Ищи дух, который поведет тебя. Когда ты найдешь его, ты будешь свободен. Все играешь в игру? Ты был очень хорошим противником. Свобода, Джефф. Я всегда рядом с тобой.
Я люблю тебя. Кто ты здесь? Где я? Где я? What did he say? Что он сказал? Not sure. It sounds like Russian. Не знаю, похоже по-русски. Do you speak English? Вы говорите по-английски? Я вернусь к тебе, свободным. Эдвард Альберт, Федор Виктор Вон, Лена Ольга Кабо, Коля Евгений Лазарев, Петров Александр Кузнецов, Крак Вейзел Хоффман, Эд Рост Билл Борди, Горский Сергей Рубан, Орхан Борис Хмельницкий,
Анна, Наталья Шульгина и другие.